Мы собрались очень необычной компанией. С каждым из вас мы уже общались по отдельности. Проходило это все в Москве, ну, если быть точнее, в Зеленограде, на территории СОО «Волмаш». Собственно, давайте расскажем, зачем мы здесь собрались и что каждый из нас здесь делает. Ну, это понятно, чего вы собрались. Вы сюда приехали на море покупаться, да, посмотреть. Другими способами вас сюда не заманишь. Ну да, но есть нюанс, оно холодное. Нас обманули. Ну, а мы-то собрались по другому делу. То, что вы видите, это технику, которую здесь мы делаем, да. Вот. Вопрос, то, что... Дмитрий здесь делает, да? Дмитрий, что вы забыли в Китае? У Дмитрия любовь с первой поездки. А к мотоциклам или я к прокатился, да. И он меня уже не отпустил. Все понятно. Посматриваю на машину, но мотоцикл, конечно, сказочный. Ну, здесь я с вами согласен. Машина мне тоже понравилась, но мотоцикл, он будоражит. Ну, Дмитрий, для истории... Когда была у меня фирма в Германии, вот мы занимались разработками, то Дмитрий, Игорь и Сергей работали там. Игорь Корхов. Да. Вот Дмитрий Александрович его, конечно, прихватил вовремя, да? Я вообще-то по планам у меня было всю эту команду обратно собрать. Но вот, ну, придется, наверное, сыграть в Москве. Так как такое уж дело. Вот, так. Поэтому после длительного времени, после перерыва, после того, когда компания в Германии закрылась, вот, открылась здесь, ну и друзей надо всегда приобщать обратно к делу. Вот, показал ему, сманил ему, сказал, что здесь купаться можно. Так же, как нам. Приехал, первый раз он, я его на пляж вывез, и все. У него постоянно только улыбка, слов не нужно. Такая, да? Потом на мотоциклах покатался, и все. И все. Ну, тут уже аргументов. И я снова здесь, да. Снова здесь, и если позволят, не буду отсюда выезжать. Да. Ну, в принципе, сейчас работа идет еще. Мы работаем с дисплеями, то есть мы готовим дисплеи для мотоциклов, для автомобилей. Вот. И как раз это работа Дмитрия и Сергея, которые находятся сейчас в Минске, пока занимаются с дома. Вот, работает и продвигаются. И, надеюсь, скоро мы сможем показывать не только мотоциклы, но и наши собственные дисплеи, которые отображают всю информацию по контроллеру, по БМС, по скорости, то есть по всей технике. Вот. А давайте вот немножко поподробнее постараемся осветить момент вообще, вот какие мощности сейчас, даже скорее не мощности, а что конкретно делается на территории Китая. То есть у вас, насколько я понимаю, есть цех, в котором собирается автомобильная техника, есть место, где производятся двигатели, которые также продаются комплектами, насколько я знаю. Да. Все правильно. То есть у нас первый, который был двигатель разработан, это DA90S, вот, мощностью 3 кВт. На нем были опробованы первые мотоциклы, первый автомобильчик, который вы видели на моторном заводе, теперь стоит, его директор к себе приобщил. Вот. Второй был DA100S, на котором ты сегодня и покатался, точнее, не только сегодня, уже и вчера. Откроем завесу тайны, да. Покрутил его, что он теперь весь грязный, придется его отмывать. Да, вот. Ну, кстати, то, что там колесо разбалансировалось, это точно не я. Ну, не знаю, не знаю. Вот, так это 5 киловаттник. Все в стране. 5 киловаттник, да. На автомобиле, на зеленом, нет, на зеленом 3 киловаттник пока стоит. На других автомобилях стоит 7 киловаттник, DA100SL. А так это 5 киловатт? Это 5 киловатт. Это всего лишь 5 киловатт? Это всего лишь 5 киловатт. Дмитрий, 5? Это всего лишь 5. Ну, это номинальный. Мы не говорим о максимальных, да, поэтому вот эти есть недопонималки, вот. Есть номинальная мощность, на которой можно очень долго ездить. И есть мощность, которая достигается в пике. То есть то, что мы разгоняем максимальную скорость, 110 километров в час, да, она достигается при мощности около 15 кВт. Для мотора DA90S это максимальная мощность 10 кВт. Ну, то есть получается фактически, что в момент быстрого ускорения в
вкачивается больше тока за счет мощного контроллера. И, соответственно, мы кратковременно можем это сделать. Но, скажем так, простыми словами для обывателя, наверное, можно сказать так, что человек может спокойно разгоняться до 110 км в час, не испытывая никаких неудобств при этом, и держать крейсерскую скорость вот какую? 110 можно долгое время ехать? 110 это пиковая скорость. То есть это обгон? Поэтому, да, обгон, немножко проехать, потому что 110 это тратится примерно... 10-11 киловатт мощности, поэтому это уже не номинал. То есть 5 киловатт достигается на скорости примерно 80-85. То есть на этой скорости можно держать долго. Ну, это вполне нормально. Да. Но, насколько я понимаю, для обывателя, если он будет ехать 100-110 км в час, просто быстрее будет высаживаться аккумулятор. Конечно. При такой мощности за час нужно потратить 10 киловатт-часов. Ну, то есть, если батареи. Нужно очень быстро куда-то доехать, то можно ехать так. В принципе, батарея 3,7 кВт сейчас стоит часа. Вот, примерно за 20-25 минут на такой скорости можно ее высадить. А, даже так. Ну, это действительно очень быстро. Ну, в принципе, если тратить чуть меньше, да, то полчаса можно проехать, да. Но мы не учитываем того, что мотор перегреется, да, за такое время при такой мощности. А это может произойти? Ну, если... 10 киловатт ему полчаса вкачивать, да, то есть 10 минут при 10 киловаттах еще возможно, да, но для этого мы создаем и большие моторы, да. Вот в этой машине, на которой тебе удалось сегодня поездить, стоит уже новый двигатель DAS-112S мощностью 15 киловатт номинальной, поэтому мы нагреть его не можем этой батареей, этим контроллером, у них просто мощности не хватает этого, которые они дают мотору. Поэтому контроллер может быть горячим, мотор, как мы ездили вчера по горам, носились, мотор 35 градусов. Да. А мы носились очень знатно. Вы увидите, по каким горкам мы носились и как люди страдали от этого. Нам было не по себе слегка. Мы вообще не ожидали, если честно, что вот эта машина... Причем самое-то любопытное, что в машине сидели вы, я, наш оператор, который весит больше 100 килограммов. И как бы... В эту гору, да, которая где-то, солидно. Мне кажется, вот, наверное, такой точно уклон там был. Вот. И она идет с разгоном. Да. Мотор вообще не чувствует. Если ставить большой контроллер, то нужно загружать зад, чтобы он не проворачивал колеса, то есть колеса не проворачивались. Да. И спокойно можно взбираться. То есть двигатель получился нормальный тоже. Отличный просто. Ну, честно сказать, вот когда мы в эту авантюру все-таки, вошли, так сказать, да, я уже думал изначально, то что, так, если, значит, мы встанем где-то в середине горы, это ничего, если мы не заедем прямо вот в самом конце, то у нас будут крупные проблемы, даже беспокойства, в принципе, не оправдались, то есть машина без проблем тянет в гору, и мотор меня удивляет, по ощущениям, как будто нет горы, то есть просто вот взяли и заехали. Это почему так происходит? Это славянка или любой синхронный мотор? Нет, славянка дает хороший момент, поэтому, имея этот момент, двигатель, в принципе, для этой машины солидный, большой. Да? То есть этот двигатель мы готовим для грузовичка 1,5 тонны. А, вот оно в чем. Да, и этот двигатель будет работать на 96 вольтах еще более прекрасно. То есть скорости будут гораздо больше. То есть эта машина на 72 вольтах достигает всего лишь 90 км в час. Всего лишь. Машина, в принципе, 45 км в час с допуском по Китаю. Вот. Но она тестировалась, в принципе, 90 спокойно. Мы ездили. Да. Вот. Управление очень хорошее. Машина очень мягко ведет себя. В отличие от всех наших первых моделей. Возвращаемся. У нас первые мотоциклы тоже были примерно такого же класса. И машины такого же класса. Теперь вот солидный аппарат, на котором, я так понимаю, тебе понравилось ездить? Мне очень понравилось ездить, и этот солидный аппарат солидно так едет на самом деле. Нет, он самый лучший, это мой самый любимчик. Я вот думаю, Дима тоже от него без ума. Дмитрий? Да. Не только от этого красненького, но и беленького. Я очень старался его не сломать. Спасибо, потому что ремонт лег бы на мои плечи. Тем более, тогда мне придется остаться и помогать. Но белый на самом деле мне тоже очень понравился. Я так понял, белый он такой же, как этот, но там стояла другая резина. Там другая резина. Да, зимняя. Там зимняя резина стоит.
Все остальное то же самое. Обвес, только дополнительные ящики для дальних поездок, в которые можно что-то укладывать. Но насколько я понимаю, если теоретически же возможно добавить дополнительные батареи в кофры, и, в принципе, пробег-то должен увеличиться, и на этом мотоцикле можно будет путешествовать, скажем, да, по тому же Китаю. Рассчитывали поместить туда до 104 ампер-часов. Вот. Это получится 7,4 киловатт-часа, то есть с дальностью где-то на примерно на 160 километров. То есть вес увеличится, поэтому дальность чуть-чуть уменьшится. Если на этом сейчас можно по Вэйхаю, то есть это не рекламное, то, что максимально можно, да, как рекламируют. Поставил там скорость 50, расход там 25 ампер идет, и вот так поехал. Так часто делают, на самом деле. Да, но это как для плана рекламы. Вот минимальный расход, но ты нигде так не проедешь. То, что мы здесь ездим по горкам, да, то есть это нереально. Светофоры, все ускорения. Ну и на нем невозможно проехать потихонечку. Нет. Потому что невозможно удержать вот этот внутренний вот этот порыв, дать газу и уйти с перекрестка, как положено. Я думаю, вы сейчас видите на ваших экранах, вот закадрово, собственно, как невозможно на нем ездить, точнее, не ездить. Да. Ну, это действительно очень хороший аппарат, он очень хорошо управляется. То есть помимо мотора, помимо аккумулятора хорошего, здесь еще и сам мотоцикл. То есть достойная подвеска для городской езды, он хорош. При том, что лично мне понравилось, модель не кажется маленькой. То есть очень часто, когда маломощные мотоциклы, ну по меркам именно вот крупногабаритных, да, они узкие колеса, что-то еще. Нет, здесь все как надо. То есть это полноценный транспорт для города. То есть для города больше не надо. И если у вас есть пробег на 100 километров на территории той же Москвы, это идеальный вариант на работу ездить, да, если в летнее время. По городам ездить, где вообще равнинная местность, то 100 это спокойно. То есть здесь мы имеем горки постоянно, да, спуски, подъемы, вот, на которые тратится очень хорошо энергия. То есть на равнинной местности больше 100 реально это проезд на этом мотоцикле. И не чувствуя себя ущемленным в скорости, не давая газу. Согласен. Более чем. Ну, я думаю, на этой ноте мы с вами должны закончить наш рабочий день, потому что солнце решило за нас. Оно уже закончило его. И луна уже взошла. Да. И нам срочно необходимо переместиться в ресторан для совещания. А вы, уважаемые наши друзья, зрители, никуда не отключайтесь. Оставайтесь с нами. Обязательно подписывайтесь на наши каналы. И приятного просмотра. До встречи в Вэйхае. Именно. Вас ждет еще много интересных видео. До новых встреч.